огромным лицемерием назвал критику в адрес России со стороны Запада министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярта. Заявление прозвучало на встрече с американским госсекретарем. У Майка Помпео сейчас европейское турне, главная цель которого – активизировать политику США в Центральной Европе в противовес Москве и Пекину. Ну и вот в беседе с Сияртом Помпео обвинил нашу страну в попытке внести раскол в ряды НАТО. А еще упрекнул Будапешт в слишком тесном сотрудничестве с Москвой. Глава венгерского МИДа парировал. Это тот случай, когда на поверхности лежит критика, а за ее фасадом большой бизнес. Позже в разговоре с журналистами он напомнил, что вопреки антироссийским высказываниям западноевропейских стран, их энергетические компании участвуют в «Северном потоке-2», а французский президент даже приезжал на Петербургский экономический форум.